Друзья, мы находимся в Кузне, настоящей Кузне, в 30 километрах от Минска, в замечательном историческом месте на берегу прекрасной реки стоит Кузня, и здесь куют разные предметы быта народного. И сейчас, в частности, мы с кузнецом, кузнеца зовут Петр, будем ковать подкову счастья. Не побоюсь этого слова. Мы готовы. Я вам, значит, буду маленьким молотком указывать несколько ударов. Вот здесь видите, пошло ниже места. Сейчас я вам скажу, когда. Идет работа маленьким молотом. Делается форма подковы. Идем. Больше 1000 градусов нагрет этот железный груз, и мы делаем просто как с пластилином работаем с этой сталью, не побоюсь этого слова. Сейчас надеюсь, что-то получится. Старанием и мастерством Петра и старанием вот этой кувалды и артиста. А на что, с другой стороны, нужны еще артисты? Так, еще разогреваем, да, Петр? Да. Еще раз разогреваем железный кусок железа для того, чтобы горячее железо придает пластичность, жар раскаленный придает пластичность металлу, и таким образом он поддается на удары молота. Раскаленному пластичному куску металла придается своя форма подковы, подковы счастья. И в эту подкову переходит энергия Петра, мастера кузнеца, и энергия Сергея Любавина, и она, я надеюсь, будет действительно счастливой. С какой силой, говорите? Сильнее или цельнее? Можно чуть-чуть сильнее, дайте. Идем. Так. Придаем ей форму, подходит. Канавка. Канавка. Называется канавка. Отлично. Сделали замечательную канавку. Очень глубокую, очень качественную. И теперь дальше прокаливаем железный брусок. Просто решили так. Это по гороскопу я лошадь, а лошади нужна подкова. Нужно подковать чуть-чуть. Поэтому с Петром сейчас этим занимаемся. Нет, тебе не нужно? Я. Развеселить ее. Развеселить. Веселим подкову по-настоящему, по-молодецки. Поможет подкову. И делаем, ну что, Петр, сейчас вы видите. Подкове делаем и отверстия характерные. Все понял. Это фотография на память была на самом деле. Сделали там мордочка такая, вот там, глазки и все прочее. Ну ладно. Теперь окунаем ее в воск. Воск. Воск, чтобы не ржавело. Вот эту подкову, которая до 1000 градусов нагрета, мы окунаем в воск. Мы сейчас градусов 700 будем. Да, чтобы она не ржавела. Вот такую операцию делаем с
с этим железом, пока мост, наверное, из того домика, он это самое. Вот, и такие нюансы. И дедовский это... прием такой. А? Дедовский прием. Вместо краски. Вместо краски обнимали воск. Можно и луком покрывать еще. Можно луком, кстати. Но лук съели просто уже, потом решили воск. Покрывается оксидной пленкой, человек не будет. Вот такие хитрости и нюансы. А их очень много для того, чтобы сделать одну лишь маленькую пошелку. Такого счастья. Все. Вот она. Пожалуйста, кто, над чем мы работали и приложили столько сил, но в большей степени на замечательный кузнец Петр и физическую немножко я, сделали вот такую подкову счастья замечательно могли украшать наш дом. Пока.